Гамодиных из Новокубанска. Дедушка Владимир Николаевич, папа Александр, мама Анна и шестилетний Богдан. Встречайте! Семья Гамодиных – это тот случай, когда люди обаянием могут взять. Могут взять каким-то внутренним настроем, могут взять семейственностью. Я же повторяюсь, когда я говорю: «Богдан, смотри на меня, когда я вот как-то танцую». А он говорит мне: «Дядя Стас сказал смотреть в кадр». В кадр смотреть надо только тогда, когда в пол хочется посмотреть. Хорошо? Не смотрю. Захотел в пол, сразу в кадр. А если дедушка, то на дедушку надо смотреть. Чувствуется, что голос идет как бы откуда-то не от педагога, не из учреждения учебного, а откуда-то, так сказать, от корней, от казачьих корней. Поэтому какая-то координация танцевальная невозможна, но возможно общее настроение какое-то. Потому что вас четверо, вам надо быть в одном настроении всем. Вот поэтому я прошу вас воспринимать эту команду как команду, дающую именно настроение. Пришла и оторвала голову нам чумачечья весна, и нам не до сна. И от любви схожу я с ума, чумачечья весна, чумачечья. Я иду по улице, словно чумачечи, а солнце, чтоб не жмурится, я натяну очечи. В стеклах отражаются девочки конфетки, за наглость не сочтите, угостите сигареткой. Пришла и оторвала голову нам чумачечья весна, и нам не до сна. И от любви схожу я с ума, чумачечья весна, чумачечья. Чумачечья весна пришла и крышу нам с тобой снесла. Чумачечья весна пришла, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Тебя в коротенькой юбчонке увидал, любовь пришла как паровоз на Киевский вокзал. И очень хорошо, что я весной тебя нашел, ведь ты так хороша, но знай, и я не черти шо. Пришла и оторвала голову нам чумачечья весна, и нам не до сна. И от любви схожу я с ума, чумачечья весна, чумачечья. Чумачечья весна пришла и крышу нам с тобой снесла. Чумачечья весна пришла, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Иду по улице, словно чумачечи, от весны и от любви я потерял до речи. Ведь сегодня ночью не вернемся мы домой, как же замечательно, что снова к нам с тобой. Пришла и оторвала голову нам чумачечья весна, и нам не до сна. И от любви схожу я с ума, чумачечья весна, чумачечья. Чумачечья весна пришла и крышу нам с тобой снесла. Чумачечья весна пришла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Чумачечья весна пришла и крышу нам с тобой снесла. Чумачечья весна пришла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Чумачечья весна пришла и крышу нам с тобой снесла. Чумачечья весна пришла, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Аплодисменты. Друзья, мне интересно, как вам удалось учить слова? Все-таки это... Чумачечи сложно. И чуть не стал чумачечем. Я рад, что вы справились. Давайте спросим у наставников. Стас. Меня, так сказать, обворожил фактически Владимир Николаевич. Вот в этом образе, да. Он...
Несмотря на то, что он имел минимум вокальных партий в данном случае, но он почему-то создал атмосферу вот эту на сцене, неоднократно ее создавал, да. Вот, и я за вас отдаю свой голос в этой команде сегодня. Несмотря на то, что все остальные тоже молодцы. Вот, вот так. Ты у меня списал, потому что я написала Владимир Николаевич. А я в уме тебе, держал. Понимаешь? Вот, действительно, вы привлекали внимание в этом коллективе, точно. Потом, вы знаете, какие у вас трогательные отношения с внуком. Вот не случайно он знает Эдиту Пьеху. Вы часто общаетесь, и это замечательно. Такая связь поколений. Могу сказать, что это было мило. Мило. Спасибо. Игорь Саруханов. Меня тоже тронул Чумачечи и дедушка вообще очень. Но не менее трогательным, конечно, был наш замечательный Богданчик. Великолепно. Молодцы. Дружно, красиво. Город Новокубанск. Солнечно. Аплодисменты. За Гамодиных из Новокубанска можно проголосовать, отправив СМС с числом 10 на номер 4840. Судьба всех семей в руках телезрителей. Только от вас, друзья, зависит, кто победит. Голосование продлится до 12 дня понедельника, то есть до завтра. Голосуйте.